Прокуратура республики отстояла права инвалидов в суде. В надзорное ведомство обратился местный житель, которому региональное министерство по земельным и имущественным отношениям отказало в заключении дополнительного договора аренды земельного участка. Известно, что инвалид первой группы на ранее предоставленном ему участке на законных основаниях возвел объект незавершенного строительства. Земельный участок был предоставлен в пользование на 3 года. До завершения срока аренды мужчина обратился в профильное министерство с заявлением о продлении договора. Однако в этом инвалиду было отказано. В прокуратуре сочли отказ незаконным. Министерством по земельным и имущественным отношениям республики заявителю было отказано в удовлетворении заявления. Между тем, по закону арендатор такого земельного участка вправе потребовать от арендодателя заключение дополнительного соглашения к договору аренды. И, как показала проверка, договор аренды земельного участка был заключен до принятия в 2020 году ограничительных мероприятий в связи с новой вирусной инфекцией. На момент обращения с заявлением срок действия договора аренды не истек. Министерством требования о расторжении договора аренды заявлены не были. Также отсутствовала информация о выявленных нарушениях земельного законодательства при использовании данного участка. Прокуратура республики в суд направлено административное исковое заявление о признании отказа Министерства по земельным и имущественным отношениям республики незаконным и обязании заключить дополнительное соглашение к договору аренды данного участка. Судом иск удовлетворен в полном объеме.